Мой отец нашел его четверть века назад. Он был обглодан до костей. Видать, зверь был громадный, и обычная пуля его не взяла. Мой папаша вернулся домой и отлил пули из серебра. С тех пор он никогда не высовывался из дома в полнолуние. Чудо из чудес. Блудный сын вернулся. Здравствуй, отец. Ты явился на похороны. Что случилось? Тело твоего брата нашли в канаве. Он был разорван на куски. Я могу хоть чем-нибудь помочь тебе? Я хочу знать, что с ним случилось. Фрэнсис Аберлайн, Скотланд-Ярд. Над вами нависла смертельная угроза. Что за зверь мог такое сотворить? Ты рискуешь жизнью. Тьма придет за тобой. Он был очень серьезно ранен. Спасибо, что осталось со мной. Теперь мы знаем, что он рядом. Тебя покусал зверь. Ты носишь его отметину. Ты веришь в проклятие? Ты должна уйти. Чего ты боишься? Многие не верят, что человек может превратиться в зверя. Но зверь поселился среди нас. Страшные вещи, Лоренс. Ты делал страшные вещи. Мужайся, сын. Мужайся. Ты слышал, что говорят? Я чудовище. Я убью всех вас! Позволь помочь тебе. Пробил час зверя. Человек-волк.